слышишь, что? Вот здесь он в кроссовках и утонул. Давай, а что за херня произошла? Это, братан, это там где-то кроссовками проверял плохо. Налево, Кос, ракурс был лучше. Сидит. О! Вот теперь можно групповую фотку делать.
пройди дальше чуть. Ты сила. Колеса не хватает, блокировки. Да, я снимаю. Да, что? Вот стартер. Все нормально. Блокировка? Коробка? А не раздатка? Вторую попробуй.
Бревно! По бревну скользит. Еще, еще, еще. Толик теперь лишний раз не рискует. Он не вишет. Да, блока, да. Межос не работает. Поэтому теперь на свободных дифах получается. И без понижайки. И без понижайки, да. Что очень печально. Ну, ее не... лебедка быстро мотает. Ну да. Ну что, любая техника ломается. И ломается, как всегда, все сразу. Стартер и пониженные передачи в раздатке. Ну, он едет на повышенных, но горки тяжко на повышенных ехать, поэтому приняли решение, сейчас толкача заведем и поедем брелком потащим, короче. УАЗ станет первым, связку на динамку и вперед. Все, раздатку закусило настолько, что... Когда раздатка не в нейтральном положении, колеса назад начали крутиться. Там, видимо, совсем все беда. Ну, будем ехать так, зубья грызть брелком. Такие дела. Так вот мы продолжаем ехать, но я, наверное, не буду всю эту эвакуацию снимать, потому что это долго, муторно. Три колеса. Потому что-то на тормоз давит. Маршрут вправо. Чу, вот так ровно иди, просто ровно. Давай еще вправо чуть-чуть дай. Вот, давай газу, газу, газу. Не-не-не, не крути влево. Давай, давай. Вариантов нет. Не, все нормально, чё. Ну, Костян потихонечку пополз. А чё такое, Гия? Я это, да нет, все хорошо, стоит. Я чувствую, он стоит. Ну, тут не стоит. Давай, пойдём. У меня веса даже нет. По чуть-чуть. Эть. Сейчас, секундочку.
не видно было, да. Оп. Да, чуть левее. Там смотри, чтобы пацана не скинул обратно. Не-не-не, дай назад. И вот по широкой, как Костян заходил. Во, давай, давай, давай. Просто ровно! Просто ровно! По чуть-чуть. Потихонечку, помаленечку. По широкой. Наших еще нету. Ждать не будем потихоньку. Хорошо идет. Хорошо идет. Не-не-не-не-не. О, Костян, а что там Костян? Ой, надо же снимать. Потихонечку. Не пали сцепление, не надо. Все. Давай, давай, езжай. Все, мы заехали. У вас сейчас тоже там из колеи выберется, заедет. И вот по той дороге, вот туда, мы спустились, наших еще не видно. Там обрыв прям. Лебедку доставай. Дальше, дальше, следующее. Да. Сейчас она еще двигалась, понял, поэтому пук-пук-пук. Он говорит, дверь мне быстрее открывай. Ага. Вот так и едем. Фух, Толик Халк вообще не ездит, кроме как на лебедке. Здесь оборотов тоже нет, холостой не держит. Чуть-чуть осталось туда забраться. Добрый вечер.
Да. А что вы все любили? Не знаю, туда глаза глядели, туда и ехали. Там вон еще... Он не туда пошел. Саня, у тебя колесо в наверх не стало, заднее. Давай назад. Руль сюда. Так, я успел. Четко, четко, четко. А хорошо идет тоже. Трактора. Делают свои вещи. Блин, да, подъем классный. Вот это ты не вовремя. Все как всегда атмосферненько. Чиним УАЗик. Где-то еще там едут Нивы. Мы не знаем, где они. Вот сюда давай ее сгинать и все. Капот в кузов кидаем и все. Давай. Ты тут будешь ставить до ночи, потом пиздец. Не, не надо Нет, мы заканчиваем видео, поехали покушаем и поедем в город. Все. Нет. Да что, там дальше ничего не будет. Вот я такое сказал. А да. Ну поверни вот тогда. Сейчас, подожди. А? Да, там. Вон море. Море, море там есть. Вон, вон. Вот, вот там. О, есть. Все. Подписки, лайки, дизлайки, короче. Мы кушать и домой. Нам еще к белке сегодня в гости. Так, подождите, Толик залез, думали снять карданы. На, Толян, посмотри, что, да, пох, убери так его. А здесь вот что, получается у нас смысла снимать уже никакого нету. Ну да, там уже все лопнуло. Ты, видимо, может, ударился в лужу в той. Да нет, нет, это вот сейчас от ударов размолотило. Ну, наверное. Снимаем карданы на Халке. И потом уже будем его тянуть, потому что от карданов там звуки мясорубки не очень приятные. Ехать некомфортно. В общем, парни 5 машин уехали, получается, те, кто выехали. А с нами же еще были Нивы, УАЗики,
Вот, они все даже до хребта не поднялись. И Саша на котлете развернулся и поехал за ними. Ну и там уже они либо обратно этим маршрутом, либо сюда на более лайтовую дорогу выходят и будут как-то выбираться. Ну, не знаю. В общем, всем удачи, пока. А мы поехали домой. Нам еще далеко.